Валентиновна, спасибо, что пригласили нас в гости. Мы рады. Да, очень приятно вас бывать. У вас очень приятная атмосфера в клинике. Очень рада к вам приезжать. И расскажите, пожалуйста, откройте секрет нашим подписчикам о названии клиники Витаура. Как оно появилось? Мы искали новое название. У нас был такой ребрендинг. И это момент, когда я стала единственным владельцем этого прекрасного бизнеса. И так как я врач сама по специальности, здесь есть латинская составляющая, естественно, название «Вита» – это по-латински «жизнь», «аура», соответственно, «аура» – вот то, что нас окружает, аура жизни. И мне кажется, очень красиво и соответствует нашему делу прекрасному. И, в общем, вот так, таким образом сложилось название, мы его очень любим. Да, действительно, очень красиво, запоминающееся со смыслом. Да. Это очень важно, когда и еще самое смысл главное, вложим. Да, мы же искали так, чтобы не было повторений. Очень много уже используют название, и оно эксклюзивное. У нас, да, торговое название нами приобретено, поэтому мы единственные должны быть. Если никто, да, никто не воспользуется. Очень звучно, интересно, название действительно уникальное. Расскажите, может быть, подробнее еще, на чем специализируется клиника? Знаете, так как я сама врач, во-первых, она делает акцент постоянно на этом. Во-первых, это именно медицинское учреждение со всеми медицинскими требованиями и исполнением их, и подходом медицинским. А у нас очень все отлажено, как в любом медицинском учреждении, принадлежащем Минздраву, хотя это и коммерческое предприятие. У нас стараемся охватить все, потому что красота, молодость и здоровье – это весь организм, естественно. Это не только лицо, которое можно там где-то подколоть, что-то временно исправить. Это общее здоровье, это и тело, и женская сфера, потому что все-таки женщины чаще занимаются собой и своей внешностью, хотя мужчины тоже, надо отметить, стали больше уделять внимание себе и своей внешности. Поэтому у нас есть отделение, как я вам показала, косметологии, как мы его называем, где врачи работают с пациентами, в большей степени врачи. Там масса аппаратов. У меня вообще всего в клинике больше 30 аппаратов. 33-34 на сегодняшний день. Мы вот пока решили остановиться, потому что практически все ниши закрыты, те, которые нужны пациентам, на что есть запрос. У нас есть и ультразвуковой смаз, и РФ-лифтинг, и игольчатый, и волновой, и аппараты фототерапии. Ну, в общем, на самом деле много всего. И, естественно, все любые препараты для инъекций и для омоложения. И в отделении эстетики тела, как я уже сказала, работают специалисты в большей степени средний медперсонал, но с особой квалификацией. Они называются эстетисты. Это два аппарата у нас эндосферы, аппарат Айкун. Я даже не буду вдаваться в подробности, потому что очень много о них известно. Они прям занимают уже свое достойное место в косметологии. И не перечисляя все аппараты по телу, которых у нас много, кстати, большая часть из этого бетель, как я уже показывала, тоже не буду повторяться. И у нас есть отделение эстетической гинекологии. Ежедневно идет прием врач-гинеколог, не один, естественно, у нас их три врача. И помимо аппаратов, которые используем там для омоложения, это опять же аппарат бетель Exilis UltraFem, который используется для интимного омоложения. Есть лазерное интимное омоложение, которое не вашей компании, к сожалению. Ну, и не к сожалению, неважно. Много аппаратов разных компаний. И волшебное кресло МСЭЛА, которое любят все, и мужчины, и женщины. Это аппарат электромагнитной миостимуляции мышц тазового дна. Я вам тоже покажу обязательно. Мы так плавно перешли именно к аппаратам BTL. У вас их достаточно много. А какие самые востребованные, может быть, и какие вам больше всего прям любимчики ваши? Вы знаете, если говорить
о любимчиках, то у меня лично нет, потому что я считаю все аппараты компании BTL просто на самом высочайшем уровне и произведены, и реально эффективно работают, потому что они немножко в разных направлениях действуют. Есть аппарат, еще раз, аппараты, например, мышечной стимуляции, есть аппараты лифтинга кожи, есть аппараты вот интимной зоны, омоложения интимной зоны, лимфодренажа, это пресс-терапии, аппарат, который воздействует на самый тяжелый целлюлит фиброзный, это ударно-волновая терапия. Поэтому сказать любимчики, их нет, они все в равной мере используются на постоянной основе. И, но самое главное, что мы эти аппараты используем очень часто в комплексе с другими процедурами. И у нас есть даже программы, которые созданы, они есть на сайте, и очень любят пациенты именно вот покупать комплексы и программы, которые включены в процедуру на ваших аппаратах. Это программа по телу и по телу. Лицу тоже По лицу тоже есть, но по лицу меньше пользуются спросом и успехом, а по телу очень много. Я, честно говоря, не могу их все перечислить, потому что они имеют даже специфические названия, такие забавные, интересные. Ну, например, мы сочетаем вот аппараты эндосферы или Айкун с радиоволновым лифтингом на аппарате Экселис. Очень востребованная процедура, которая, понятно, она и борется с целлюлитом, уменьшает объемы и подтягивает кожу, приводит тонус в порядок. Очень эффективно, и пациенты любят. Ну, опять же, аппарат, допустим, пресс-терапии вообще мы используем, я не знаю, со всеми методиками мы можем использовать его, как бы чередуя с другими процедурами, а можем вот в частности использовать в обертывании, не в обертывании, а в процедуре обертывания одновременно в один момент, что усиливает и саму процедуру любого там обертывания, и плюс лимфодренаж, который всегда вообще полезен. Да, это очень хорошая идея для пациента, очень экономить время, когда две процедуры в одной. Да, еще, между прочим, можем в это время, моя личная подружка ходит, она делает такие процедуры обертывания пресс-терапии, еще и по лицу делают РФ-лифтинг на аппарате Экселис. У нее там вообще вокруг нее сразу несколько специалистов работают. Любят все в один момент получить. Есть такие пациенты. Сразу комплексный подход. Конечно, сейчас время дорого, и время это здорово. Дорого, она бизнес-леди, да, и она очень любит эти вот процедуры. Сразу получить. Скажите, а вот один из наших последних аппаратов, он склад Нео. У вас есть по нему какая-то обратная связь, отзывы? Знаете, есть, он прекрасный аппарат. Если бы я до этого не купила отдельный M-Sculpt и Exilis Ultra, который, собственно, ну, и если два этих аппарата сочетать, то это будет примерно тот же эффект. Там же электромагнитная стимуляция и радиоволновое воздействие в сочетанные, да, идут технологии. А у нас они просто по отдельности. И, конечно, менять сейчас аппараты в наше непростое время, покупать новые, ну, нет такой острой необходимости. Может быть, в будущем обязательно будем рассматривать какие-то новинки. Вот я слышала про аппарат M-Face, и мы были на конгрессе, который обсуждали, представляли этот аппарат. Он, конечно, очень интересный. Действительно, мышцы лица точно так же, как любые другие мышцы, нужно и тренировать, и поддерживать в постоянном тонусе. Но вот это у нас пока в проекте. Я, извините, хотела спросить именно про M-Sculpt. У вас есть M-Sculpt, да? Кто аудитория чаще всего к вам приходит? Это люди уже, которые занимаются спортом, либо это люди, которые, наоборот, ничем не занимаются и хотят... Нет, вы знаете, скорее это те, которые за собой следят и занимаются, и мы... Его позиционируем не как аппарат замена тренировок, а именно как поддерживающий и улучшающий еще мышечную массу и рельефность процедура. Потому что, ну, он действительно действует на группы мышц, и там действительно сумасшедшее количество мышечных сокращений, которые вообще никогда невозможно просто во время тренировки получить. Поэтому, тренируясь и воздействуя на локальные какие-то группы мышц, усиливая их рельеф,
Думаю, что это как раз те люди, которые хотят это все подчеркнуть и улучшить, и визуально всем показать, какие они прекрасные. Угу. Уже точечное улучшение. Я лично сама идеал. Очень люблю аппарат, я регулярно делаю эту процедуру. Да, то есть вам нравится прям. При этом я на фитнесом, раньше в фитнес-клуб ходила, сейчас я уже немножко самостоятельно занимаюсь тренером. В общем, 24 года, 25 почти лет уже. И я не бросаю ни того, ни другого. Процедуры по телу в клинике, когда есть свободные окошечки. Не у меня, у специалиста. И занятия, естественно, фитнесом не прекращаю никогда. Вы прекрасно выглядите. Спасибо. Прям пример, да. Пример для спасибо, нас. Спасибо, да. Если не буду открывать тайну, сколько мне лет, но да. Внук меня зовет Света. Это приятно. Светлана Валентиновна, спасибо большое, что нас пригласили. Было очень интересно с вами пообщаться. Очень приятно вас побывать. Спасибо вам, да, потому спасибо. Что мы очень любим вашу компанию. И вы знаете, не только за ваши волшебные, прекрасные аппараты, за ваши отношения, за ваше какое-то ну, такое радушие и внимательность, и отзывчивость. Если с любым вопросом, когда мы к вам обращаемся, у нас никогда не было проблем и заминок. По любому вопросу вы всегда готовы быть рядом. Это очень важно. Это прям ценно. Да, это наш приоритет, конечно, поддерживать во всем, сопровождать, если есть какие-то вопросы по технической части, по маркетингу, по всему, то мы всегда готовы. Спасибо вам. Спасибо.